Привет, меня зовут Принц Каз, но вы можете называть меня Костя. Мне 26 лет. Мы находимся на студии, где я творю, пишу музыку, я пишу слова, я пишу песни, я пою. Я хочу называть это рок-музыкой. Мне кажется, это современная, актуальная рок-музыка. Я отправляю свою песню «Орбита», написанную совместно с испанцами, с испанской группой «Эксэссенс». Я очень хотел бы победить. Я считаю, что я достоин этого. У меня есть все шансы. Посмотрим. Желаю удачи всем остальным. Мы готовы выйти на орбиту. Мы готовы выйти на орбиту. Звезды, луны, руна, пирамиды. Мы готовы выйти на орбиту. Бой закончен, враг повержен. Мы убиты. Мы убиты. Мы убиты. Нет никого, кроме нас. Если жив ты, если жив ты, убивай меня прямо сейчас. Прямо сейчас, прямо сейчас. Убивай меня прямо сейчас. Прямо сейчас, прямо сейчас. Убивай меня прямо. Тут у всех разная степень опьянения. У кого-то от женщин, у кого-то от денег. Я их всех сторонюсь с одинаковой силой. Хотя что-то из них явно гонит в могилу. Боже помилуй, но лама сказал мне: мы можем идти, но вернемся за кармой. Планета океан, планета любви. Иди как пастух и не бойся пути. Мне надо идти, мне надо идти. Звезды светят так ярко, да, но мне надо идти. Пусть вода замерзая, остудит горячие головы. Мы все равно знаем немного больше, чем позволено. Мы все равно будем намного больше, чем могли бы, ведь имена уже были писаны в книге. Один Бог где-то там над нами, дай ему имя. Когда он даст тебе твою, твой мир будет постигнут. Какие роли мы играем в паре? Что выбрал ты, душу или Феррари? Стоп, тут враги, да что они болтали? Пусть будут живы, кого не узнали. Сколько корабль сидит на безымянном? Не слишком дешево ли продана свобода? Страдания искупит всеобщий гроб хрустальный, уставшего от вечной нищеты народа. Ведь мы готовы выйти на орбиту. Мы готовы выйти на орбиту. Звезды, луны, руна, пирамиды. Мы готовы выйти на орбиту. Бой закончен, враг повержен. Мы убиты. Мы убиты. Мы убиты. И здесь нет никого, кроме нас. Если жив ты, если жив ты, убивай меня прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Убивай меня прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Убивай меня прямо.